Здравствуйте, на связи с вами Евгений Казакеев. И сегодня я покажу вам еще несколько финтов, которые вы можете разучить и легко использовать в бою и совершенствовать свою технику. Первый финт. Это показываем левой ногой ложный удар фронт-кик, а сами наносим левый удар прямой в голову рукой. Показывая фронт-кик, старайтесь, чтобы это было наиболее правдоподобно. То есть лицо, мимика показывало реальность этого удара, что вы реально хотите нанести этот удар. И только тогда даже опытный противник купится на этот ложный удар. Чтобы показать ложный удар фронт-кик левой ногой, просто поднимаете ногу как можно выше и делаете чуточку движения вперед корпусом. Удар левой рукой наносится в тот момент, когда нога начинает касаться пола. Поднимаем, ударяем. Подняли, ударили. Второй финт. Делаем то же самое, но правой ногой и правой рукой. То есть показываем финт, как будто вы хотите нанести правой ногой фронт-кик, а сами бьете правой рукой прямой в голову. При постановке здесь немножко возникнет сложность в том, что вы при ударе не должны ставить ногу вперед, чтобы не менять свою боевую стойку. И чтобы удар был сильнее, вы должны эту ногу откинуть назад. Поднимаете, ударяете. Нога в момент соприкасания пола принимает позицию, как развернутый корпус при ударе рукой. То есть вы разворачиваете корпус уже на лету. Показали, ударили. Показали, ударили. И последний финт на сегодня. Показываем ложный прямой удар левой рукой в голову, а сами наносим правой ногой фронт-кик в корпус. Показали, ударили. Делаем движение вперед, как будто бы хотим левой рукой ударить, а сами бьем правой ногой. Показали, ударили. Показали, ударили. Показали, ударили. Показали, ударили. Всем спасибо. Следите за моими новостями на моем сайте kickboxinglife.ru. Подписывайтесь на видео на канале Kickboxing Life на YouTube.
С вами был Евгений Казакеев. До новых встреч!